установка и запуск робота «Автопрофит» на демо-счете. Перед тем, как приступить к торговле с роботом на реальном счету, у вас есть возможность, не рискуя своим капиталом, поработать с ним на демо-счете. По сути, демо-счет ничем не отличается от реального счета. Единственное отличие в том, что торговля будет вестись не реальными денежными средствами, а виртуальными. Таким образом, вы сможете увидеть, как торгует робот «Автопрофит» и какой его настоящий потенциал. Для того, чтобы получить «Автопрофит» для демо-счета, вам необходимо выполнить несколько простых действий. Первое. Зарегистрироваться на сайте Invest System. Второе. Скачать и установить торговый терминал InstaTrader. Третье. Открыть демо-счет. Четвертое. В своем личном кабинете на сайте Invest System пройти стандартную процедуру активации демо-счета. Пятое. После того, как ваш демо-счет получит статус «Одобрен», перейти к заказу торгового робота «Автопрофит». Шестое. Установить «Автопрофит» в торговый терминал InstaTrader. Седьмое. Настроить и запустить торговый робот в работу.